правде, вот все. Вот реальный отзыв владельца электровелосипеда Интер 500 Ватт. Представьтесь, вас как зовут? Меня зовут Евгений. Очень приятно. Ну расскажите, вот, во-первых, откуда вы узнали про электрические велосипеды? Ну, хотел купить велосипед, так. Но надо ездить расстояние, ну, не совсем близкое, по горочкам. Вот. А за городом или в городе? В области, но ездить и по городу, и за город чуть-чуть. То есть по кочкам там, в принципе. Ну, а по трассе, ну, в смысле, вообще... Кусочки есть по трассе. И даже по трассе, да? Да. Вот, пробки, поэтому... А какое расстояние? Это на работу или как? Ну, да, на работу километров... Ну, сколько примерно? 20, наверное. 20? 15. Это в один конец? Да. 15. Нифига себе. Вот. Ну, это прилично. Это, то есть, получается... А и батарейка держит? Держит, да. То есть, именно туда и обратно? Туда, обратно, еще чуть-чуть по городу у нас хватает. Нормально. Вот. А там сколько ампер-часов батарейка в Интере? Там, по-моему, десятка, я не помню. Я не знаю. Ну, что-то в районе десятки, по-моему, да. Я не знаю даже. Ну, нормально. Все хватает. То есть заряжается быстро, как бы, вообще? Заряжается на ночь, ставлю, ночью заряжаю. Ага. Вот. Я понял. А вообще, ну вот, сколько владеете, кстати, по времени? Ну, год. Год, но владеете год, ну, то есть тот сезон вы катались. Сезон, весь тот сезон, да. То есть с 2015 года лето вы катались, да. И сейчас как бы вот начали опять, да? Сейчас, да, опять, никаких проблем, ничего не было. Вообще? Да, вот. А вы, кстати, вы когда катаетесь, вот вы чем больше пользуетесь? Ручкой газа, у вас же ручка газа есть? Нет, больше педали. То есть вот этим режимом, который помогает, да? При педалировании мотор, на моторчик. Газа, может быть, где-то, если быстро, надо стартануть, вот именно. Ну, там обогнать что-нибудь туда-сюда, ну, да? Не, просто вот с места там, да, дорогу пересечь. А, разогнаться, дорогу в смысле? Дорогу пересечь, да, разогнаться. Раз, газ, а потом педали. И все, то есть в основном на педалях. А, ну поэтому вам, наверное, так долго и хватает. Потому что у вас как 50 на 50, да. Да. Вот. Я понял. А вот, кстати, у вас сколько здесь скоростей? И тут же велосипедные еще скорости, да? Есть, там штук 7? Да. Ну, то есть вы их используете реально? Ну, я в основном ставлю на там, скорость там, 5, 6, 7 и их не переключаю. Ну, в смысле, то есть буквально одна рабочая скорость и все, ну, да? Да. Без аккумулятора, наверное, тяжеловато на нем. Ну, я понял. То есть, не, ну там в горку можно там сбросить, в смысле, ну, там, пониженное, повышенное, вот это, с горы там. Да, ну, в среднюю ставить, но я... прекращаю крутить и все, на такой скорости. Ну, логично, да, он сам едет. А если в город, то газку. Ну, я понял. А то, что вот складной, что в машину влезает, ну, вот реально, как бы, это шикарно. Да? Да, ну, удобно, да, вот я так отсюда, как бы, я еще там, да, его довез. Да не, ну это вообще, в принципе, даже... Не очень часто пользуется. Нет, у вас машина, как бы, большая. Да? У вас и он войдет и не сложенный, как бы. Но все равно у многих, я говорю, вот просто хэтчбеки всякие и так далее, люди тоже. У них нереально. Плюс, опять же, это, то есть всякие, ну, если транспорт, кто-то на электричке ездит. Реально. Им как бы не складной, ну, больше геморрой, там метро то же самое, там как бы. Вот. Ну, катаются люди, катаются. Ну, то есть вы довольны, там дисковые тормоза как бы тормозят как надо. То есть... Никаких проблем не было ни с тормозами. Ну, а что-нибудь улучшили бы, я не знаю, может, мощности не хватает, может быть. Мощности, наверное, все-таки хватает, потому что... Хватает. Скорость где-то 35 км в час разгоняется, когда аккумулятор подсаживается. А у вас вес какой? Вес, ну, 92-95. 92. Ну, я к чему спрашиваю, сами понимаете, да? То есть, если человек легкий, и там подросток сядет на него, он там и не 35 поедет. Ну, он 32-35 по дороге. Он и 40, даже и 45. По трассе, в принципе, достаточно, ну, хватает. 35 хватает, да? Да, ну, можно, конечно, чтобы еще аккумулятор, да, чуть побольше заряда еще хватало. А, чтобы... В принципе, чтоб, да, вот. Чтобы еще потом покататься там, ну, туда-сюда. Да, или чтобы был выбор, я не знаю, может, конечно, он есть, выбор аккумулятора. Не только так вот. Вот сейчас нету в данный момент, но вообще теоретически, к сожалению, здесь аккумулятор в раме. Он в раме, да. Это плюс и минус. То есть плюс какой? То, что вроде как бы, ну, его особо так не видно, внимание там не привлекает. Дизайн красивый, да, а другой уже все. Потому что есть форм-фактор. Нет, как можно другой поставить, но там более дорогие элементы будут. Там же батарейка из элементов состоит, вот. И они просто будут более дорогие, более компактные. Там есть Panasonic, Sony. Mm-hmm. То есть тюнинг теоретически вы в будущем можете себе сделать. Mm-hmm. Даже вольтаж люди повышают. Mm-hmm. Но там, правда, вот с мотором что-то надо делать, либо его менять полностью, потому что у вас же, по-моему, у вас сколько вольт? Здесь 36, по-моему. Вроде бы.
А там на моторе написано, кстати, сейчас скажу. Так, тут бафанговский. Да, 36 вольт, 500 ватт. Нет, тут хороший мотор. Это Ехал. Один из лучших в мире считается, Бафанг. Угу. Реально. Нет. Следующая компания по производству электромоторов — это Bosch, но там другие цены совсем. То есть там евро и... Угу. Поэтому 36 вольт. А если бы у вас был 48, то, естественно, он бы вообще бы рвал бы. Но вам, не, так как хватает, у вас... Нет, вам идеальный вариант. Почему? Объясню. 36 вольт. Потому что у вас дальнее расстояние, чем больше вольтаж, напряжение, естественно, батарейка быстрее разряжается. Да. То есть на короткие расстояния, да, ты рванул, там все круто, там все в шоке, но реально ты проехал короткое расстояние. А на 36 вольтах ты доедешь далеко, вот, и как бы, ну, и безопаснее вроде как считается, типа там все-таки напряжение, чем выше, тем, соответственно, ну, мало ли там коротнет. Ну хотя, я не знаю, вот вы же эксплуатируете, ничего вас током не било там? Не, ничего, правильно? Ничего не было, и зиму тоже в гараже отстояло. То есть, там тоже, а, да, а батарейку, кстати, на зиму заряжали? А, ну честно только. Честно, я... Это не для гарантии, нет, мне просто интересно. Я поздно прочитал, что надо раз в два месяца ее заряжать. Ну там кто там пишет, сначала производитель писал раз в три месяца, сейчас два, потом чуть ли не каждый месяц. Там и так далее, но они перестраховываются, да, то есть, но подзаряжать вообще полезно, это же литий-ион, ну как сотовый телефон, да, мы же его постоянно на зарядку, ежедневно. Ну да, я на всякий случай еще один аккумулятор купил. И все, да, вот. Чтобы спать спокойно. Вот ну заряжайте, не заряжайте не совет, да. Да, ну, просто на еще, чтобы еще на более дольше проживет расстояние, чтобы... Да, ну это, ну кстати, вот выход, то есть просто ну, вторая, да, батарейка, в принципе, она, ну весит, ну я не знаю, ну сколько весит вот она. Ну, блин, ну вот я не знаю, вам вот как сколько, на вес? Сколько? Килограммы. Килограмма два, наверное, два, да? Ну, максимум. Можно, килограмм, мне кажется, наверное, два больше с половиной килограмма, но... Больше килограмм, больше сто пудов. Ну, какой-нибудь рюкзачок положил. Ну, то есть, и... в принципе, комфортно, да? Да, ну аккумулятор ты вообще тогда... А вы вот, я не понимаю, ну вы вот с такой здоровый образ жизни, получается, да, там, за все дела, как бы такие, гринписовские, получается. Но это же экотранспорт все-таки, да? Я вот смотрю, у вас розетки эти, ракетки, вы теннисом занимаетесь, да? Да. Я да. Понял. Ну вот, спортсмен, вот, ЗОЖ. Здоровый образ жизни. Привет Шнуру. Ну совсем здоровый был бы. Нет, ну согласен. Много горок, когда еще там чуть побегаешь. Вот, кстати, вот горки, да. Потому что так-то на велике прикольно, в принципе, вот я сам катаюсь на обычном велосипеде, но... Ну реально устаешь, особенно когда вот много покатаешься, не просто так в парк, там пару кругов, а реально так вот хорошо в парке, в лесу так долго покатаешься, и в горке уже, ну правда тяжело. Реально устаешь, уже не в удовольствие. Ты теннис поиграешь, потом сил уже нет так просто. Да. Вот, а это прям... А вам сколько лет, если не секрет? 30 лет. Ну вот видите, то есть в принципе 31 будет, да? Ну вот, то есть получается и как бы и молодежь уже, да, подтягивается к этому делу. Потому что у нас раньше основные покупатели были, ну, пенсионеры, да? Почему? Там, или люди, например, с проблемами какими-то там, ну, которые, допустим, не могли там, ну, усилия выдерживать вот на обычном велосипеде. Хочется кататься, да? Ну, допустим, травма сустава там. Вот. Даже, а доктор прописывает, то есть вам надо как бы вот поступательные движения какие-то делать, да, но чтобы была минимальная нагрузка. Соответственно, электровелосипед – выход. Uh-huh. То есть вроде как бы ты педали вращаешь, но при этом усилие очень слабое, ты не травмируешь никакие, да, то есть ты себя никакие мышцы у себя не травмируешь. Вот. Так что вот, а сейчас молодежь, да, ну, как бы начало. Кататься всем очень понравилось. Да? Да. Ну, интересно все реагируют, да, необычно. Интересно, да, особенно когда в горочку с кем-то, кто-то там пыжится, педали крутит, раз, и все, я погнал его. Не, ну супер. Хорошо. Спасибо вам большое за интервью, вот. Спасибо. Да, спасибо. Еще раз, электровелосипед интро от Вольтрека.ру. Спасибо.